Даже если тебя отпиздить, ты все равно не поймешь за что. Ты просто следуешь инстинктам, животное. Даже если тебя отпиздить, то что потом? Как все повторится десятки раз или сотни? Даже если тебя отпиздить, ты просто залежешь раны и снова станешь красивый, веселый и сексуальный. И в течение короткого времени найдешь другого еблана, который легко заполнит пустоту твоей спальни. Уходи, если хочешь, останься, мне все равно, я так заебался. Уходи, если хочешь, останься, мне все равно. Я не хочу скандалить, я через это прошел, и я не буду помогать собирать тебе вещи, не заострять внимание на том, что ты слабый пол. Не унижай таким образом равноправие женщин, ведь ты не посудомойка, не кухарка и не уборщица. Я вообще хуй знает, кто ты. Нет, правда, кто ты? Хотя, если честно, разбираться уже не хочется. Даже если тебя отпиздить, это все не работает. Уходи, я прихожу.